парламента, специальные войска мобилизованы для выполнения этой операции. Поступает... Борис Ельцин отдал приказ войскам, которые сохраняют ему верность, сокрушить сопротивление тех, кто засели в парламенте. Он потерял терпение, он решил, что они должны сдаться или умереть. В неделю президент Ельцин и представители правительства заявляли российскому населению, что ситуация сложилась опасной, и внутри здания находится много оружия. По всей видимости, это не так, потому что штурм телевизионного центра, который произошел вчера, был достаточно слабой акцией. Иди сюда! Сюда иди! Вам забыл! Сюда иди! Так, поверьте, вы отлично. Поверьте. Такой псих же наблюдает. Ну, правильно наблюдает. Выстрелил и смотрит, убил кого-нибудь или нет. Все должен торопиться. Ему там сидеть, пока его не сковырнут. Пойдем.